Привет, друзья! Вы на канале Аппетиссимо. Сегодня поговорим о молокосвертывающих ферментах, как определиться с выбором, можно ли использовать один фермент для всех сыров, или здесь есть свои альтернативы, от чего зависит скорость образования сгустка, что делать, если сгусток не получился, чтобы спасти молоко, и еще много интересного. Рассмотрим механизмы коагуляции. Мицеллокозеина объединяет в себе казеины молока, фосфат кальция, а также отрицательно заряженный капоказеин, похожий на выступающий из мицеллы нити. Коагуляция молока, то есть образование сгустка, включает две фазы. На первом этапе, во время коагуляции, фермент воздействует на капоказеин в составе мицеллы, разрывая эти связи и меняя заряд мицелл, что позволяет им объединяться в матрицу, основу нашего сгустка. Значительную роль в этом процессе играют ионы кальция, делая связи в сгустке более прочными. Вот почему при слабом сгустке определяющее значение имеет увеличение нормы внесения хлористого кальция. И именно с этого мы начинаем решать проблему слабого сгустка. После того, как фермент отработал, наступает вторая фаза коагуляции. Формирование решетки, которая называется паракозеиновой матрицей, и дальнейшее уплотнение сгустка. Время первичного образования решетки – это и есть наша точка флокуляции, когда крышка, положенная на молоко, останавливается. Вторая стадия – это стадия укрепления сгустка, в которой уже не участвует фермент. Зато большое значение имеет температура и состав молока, количество белка и кальция. Более слабую решетку сгустка можно получить при высокой жирности молока, а также его перегрею во время пастеризации. При хорошем сгустке решетка более плотная, но в то же время она удерживает больше влаги, и это важно учитывать при обработке зерна, особенно если мы работаем на низких температурах второго нагрева. При уплотнении сгустка происходит перестройка матрицы, решетка становится более плотной, поэтому очень важно выбирать правильный мультипликатор флокуляции соответствующей технологии и начинать нарезку сгустка вовремя. Слишком ранняя нарезка сгустка обеспечивает менее влажное зерно и более быструю его обсушку, то есть повышенный синорезис. Для сыров с повышенной влажностью раннее разрезание сгустка может быть недостатком, а для твердых, например, пармезана, альпийских сыров, слабый сгусток – это норма. Слишком позднее разрезание сгустка, когда он становится очень плотным, приводит к замедлению синерезиса, то есть скорости обсушки зерна и удержанию влаги. Соответственно, и выхода готового продукта здесь больше, но это не всегда плюс. Повышенная остаточная влага в зерне может вызывать пороки, особенно в полутвердых и твердых сырах, от прилипания к ножу при нарезке до постокисления и даже образования трещин. При слишком слабом и хрупком сгустке увеличивается потеря жира и казеина. При слишком плотном сгустке больше риска потери в виде сырной пыли, поэтому нужно находить баланс в соответствии с технологией. Рассмотрим, как работают ферменты. Главная задача любого фермента – обеспечить коагуляцию молока. Это первичный или специфический протеолиз. Также некоторые ферменты обладают вторичным неспецифическим протеолизом, когда их работа не заканчивается этапом гелеобразования. Причем вторичный протеолиз может проявляться как положительно, так и отрицательно. В первом случае фермент может вносить вклад в созревание. Он достаточно незначительный по сравнению с работой заквасочной культуры и достаточно субъективно судить о том, насколько он проявляется во вкусе и ароматике. Другим плюсом является влияние на текстуру. Это особенно относится к молодым сырам с повышенной влажностью. Среди уязвимых моментов вторичного протеолиза – возможность появления в сыре неспецифических привкусов и в крайнем случае горечи при длительном созревании. Это в большей степени относится к пепсину и отдельным микробиальным ферментам. Вторичный протеолиз максимально выражен у пепсина, в меньшей степени у микробиальных ферментов и в еще меньшей у сычужных. Посмотрим, какие сегодня представлены ферменты. Есть две частые ошибки. Одна из них – это называть любой фермент сычужным. И вторая – делить все ферменты на животного происхождения и растительного. На самом деле растительные ферменты – это очень малая часть. Это экстракт растений, который сложно найти в продаже среди ферментов. Остальная часть – это ферменты неживотного происхождения, где сам фермент продуцируется микроорганизмами. Все молокосвертывающие ферменты можно разделить на несколько категорий. Первая группа – это традиционный сычужный фермент, источником которого являются желудки телят до двухнедельного возраста. В отдельных регионах и странах могут использоваться желудки ягнят и козлят. В составе сычужных ферментов в основном химозин и небольшая часть пепсина. Важно учитывать соотношение химозина и пепсина. Желательно, чтобы пепсина было минимальное количество, не более 20%. При
превышение этого значения может проявиться в пороках вкуса сыров созревания. Плюсы сычужного фермента в его натуральности и в том, что он вносит вклад в созревание. Минус в том, что его расход всегда больше по сравнению с другими ферментами. И для кого-то недостатком может быть его животное происхождение. Более дешевым аналогом традиционного сычужного фермента стал пепсин. Говяжий, свиной или куриный. Источником его являются желудки уже взрослых животных. Но он не лишен своих недостатков. Он обладает высокой степенью неспецифического протеолиза, что часто проявляется в горечи. Плюсом является только его низкая стоимость. Очень близка к сычужному ферменту сычужная паста. Она производится из желудка телят, ягнят и козлят и обладает не только молокосвертывающей активностью, но и благодаря ферменту липазе еще и довольно сильной липолитической активностью. Сычужную пасту чаще всего используют в итальянских сырах, отдельных испанских и греческих. Она вносит свой вклад в созревание, особенно подчеркивая специфическую вкусоароматику овечьего и козьего молока. При длительном созревании во вкусе проявляется выраженная остринка. Среди минусов сычужной пасты – более высокая стоимость, и в редких случаях не исключается возможность появления неспецифического вкуса, в данном случае прогорклости. Нехватка сырья для сычужных ферментов в 20 веке привела к появлению целого ряда заменителей сычужного фермента, который сегодня мы используем наравне с сычужным. Это целая категория микробиальных ферментов, то есть микробного происхождения. Микробиальные ферменты имеют довольно выраженный неспецифический протеолиз, что может отражаться в привкусах созревшего сыра и влиять на текстуру. Но современные производители анонсируют свои ферменты как лишенные таких недостатков, что обязательно нужно проверять опытным путем. И еще один интересный момент. Микробиальные ферменты ингибируются при нагревании, поэтому их нередко используют в сырах с высокой температурой нагрева, например, в сырах швейцарской группы. Фермент деактивируется, и это исключает дальнейшее проявление неспецифического протеолиза. Отдельная категория – это современный ферментативный химозин, то есть рекомбинантный. Он работает только на уровне формирования сгустка и не имеет неспецифического протеолиза, не оказывая влияния на текстуру и не привнося свой вклад в созревание. Именно поэтому он идеален там, где нужно сохранить текстуру более длительное время. Например, вы сделали буррату или моцареллу и не хотите, чтобы она потеряла свою текстуру, вам нужно ее сохранить в том же виде перед продажей. Также ферментативный химозин обеспечивает больший выход. Фермент дает довольно плотный сгусток, даже в условиях нестабильного молока. Если посмотреть на этот фермент с той же стороны, то он не может быть идеальным решением для молодых сыров, где важно быстро избавиться от скрипа при надкусывании, сделать текстуру более нежной. Например, кесо фреско, бургас. Ферментативный химозин можно использовать в сырах длительного созревания. Он не дает горьких привкусов, но в то же время он не вносит свой вклад в созревание, в отличие от сычужного фермента. И это лучше компенсировать более богатым выбором культур. Еще один плюс ферментативного химозина – в минимальном расходе и, соответственно, стоимости. И отсутствие неспецифического протеолиза исключает все шансы на возникновение горечи из-за фермента в сырах созревания. Минус в том, что он не вносит вклад в созревание, и как плюсом, так и минусом может быть то, что он не влияет на текстуру сыра. Следующая группа – это ферменты растительного происхождения. Чаще всего используются чертополох и артишок, которые могут давать более-менее стабильный сгусток, но в то же время достаточно слабы. Они используются в технологиях отдельных сыров, где нужно получить заданные свойства. Чаще всего это козье или овечье молоко. Минусы в том, что сгусток получается довольно слабым, но опять же это зависит от свойств молока. И очень большой шанс получить горечь. Плюс в том, что такие ферменты позволяют получить заданные свойства, поэтому они используются для конкретных сыров. Особенно там, где за счет фермента нужно получить размягченную текстуру. Важно понимать, что степень участия молокосвертывающих ферментов в созревании зависит от его остаточного количества в сырном зерне. И на это влияет температура и кислотность. Многие микробиальные ферменты разрушаются уже при высоких температурах второго нагрева, например, как для пармезана. И это значит, что неспецифический протеолиз фермента и вклад в созревание в этом случае будут отсутствовать. Но многие современные ферменты инактивируются только при температуре выше 70 градусов, а значит они будут вносить вклад в созревание. Второй фактор – это кислотность. Чем ниже pH на сливе сыворотки, тем больше фермента остается в зерне. Ниже под этим видео я даю примеры доступных сегодня молокосвертывающих ферментов. Как же правильно выбрать молокосвертывающий фермент? Для каждого сыра выбор индивидуален. Сначала необходимо определиться с типом фермента, а затем подобрать определенную марку фермента под свое молоко. Что касается типа фермента, то лучше иметь всегда два, чтобы делать оптимальный выбор для конкретного вида сыра.
Молокосвертывающие ферменты представлены в трех формах: в сухом виде, жидком и сычужной пасти. Причем один и тот же фермент может быть одновременно представлен и в сухом, и в жидком виде, либо только в одной форме. Срок хранения фермента в сухом виде немного превышает жидкие ферменты, но в целом потеря активности современными ферментами настолько низка, что составляет от 3 до 10% в год при условии правильного хранения. И поговорим о том, для каких сыров какой фермент предпочтителен. Выбор правильного фермента очень важен. Например, если вы делаете моцареллу на лимонной кислоте и выбрали сычужный или микробиальный фермент, можете быть уверены, что на следующий день это будет не слоистая моцарелла, а довольно вязкая масса, отдающая сыворотку. И бывает очень обидно, когда сыр созревал несколько месяцев, и вы обнаруживаете горечь только потому, что использовали сычужный фермент с неверным соотношением химозина и пепсина. И для правильного выбора нужно всегда учитывать задачи. Начнем с сыров созревания. Главная цель – это исключение горечи. Если нам важно получить небольшой вклад во вкус и ароматику, выбираем сычужный фермент. И не забудьте, что содержание пепсина в нем должно быть минимальным, не более 20%. Если большее значение имеет выход сыра и нужно исключить влияние фермента на созревание, подойдет ферментативный химозин. Особая категория – это вытяжные сыры, они представлены разными видами, поэтому ферменты часто используются тоже разные. Если это буратте, которое нужно сохранить стабильную форму, нежная моцарелла или строчителла, и наша задача, чтобы эти сыры не изменили текстуру, тогда предпочтительным выбором остается ферментативный химозин. Если это сулугуни, где за короткое время необходимо сделать структуру более пластичной и мягкой, и не только за счет правильной техники плавления, но также за счет фермента, лучше всего подойдет сычужный или микробиальный. Для сыров созревания группы пасты филаты небольшой вклад во вкус и ароматику способен внести сычужный фермент. Что касается мягких молодых сыров без созревания, то они не требовательны, но с помощью фермента можно решить и небольшие задачи. Если требуется сохранить текстуру неизменной, выбираем ферментативный химозин. Избавиться от скрипа в молодом сыре, который часто проявляется в первые дни, можно с помощью сычужного или микробиального фермента. Отдельная категория – мягкие сыры с белой плесенью. Здесь можно учитывать историю сыра и пойти по традиционному пути. 85% сыров во Франции производится на основе сычужного фермента, но это совсем не исключает возможность применения аналогов. Отдельный вид – это сыры без внесения культуры, чья технология предполагает только добавление фермента. Это примасали, кесо фреско, бургас. Здесь стоит цель – улучшить текстуру, убрать скрип и жесткость. И в этом нам поможет сычужный или микробиальный фермент. Для сыров из овечьего молока, требующих созревания, хорошим выбором может стать сычужная паста. Особенно в том случае, когда в целях экономии используется не чистое овечье, а смешанное молоко. Эту же задачу может решить и сычужный фермент, если дополнительно вносить молоко или пазу. Это только рекомендации, вполне достаточно пары ферментов разных категорий. Кто-то категорически не использует ферменты животного происхождения и важен именно вегетарианский химозин, а кто-то наоборот признает только сычужный, поэтому выбор всегда за вами. Существуют факторы, влияющие на работу фермента. Они могут оказывать воздействие как на первую фазу работы фермента, то есть время схватывания, так и на вторую. Это уплотнение сгустка. Пройдемся по ним подробнее. Первый фактор – это температура коагуляции. Фермент сохраняет свою активность в пределах оптимальной температуры 30-40 градусов. Однако рабочий диапазон температур немного уже – это 32-36 градусов. И это связано с тем, что такой диапазон наиболее комфортен для развития молочнокислых бактерий, поскольку коагуляция занимает достаточно большое время, в течение которого важно поддерживать активность, внесенной заквасочной микрофлоры. Следующий фактор – это значение pH, то есть кислотность молока. Чем ниже значение pH, то есть выше кислотность, тем короче точка флокуляции. При том же количестве фермента образование сгустка происходит быстрее, поэтому проблемы со сгустком могут возникать при слишком высоком pH молока, то есть пониженной кислотности. Причиной могут быть остаточные моющие средства, разбавление молока водой или добавление поставщиком молока соды в целях отсрочить его скисание. Следующий фактор – это содержание кальция, который преимущественно влияет на вторую фазу коагуляции, то есть плотность сгустка. Вот почему очень важно после пастеризации или при низком содержании кальция в молоке восполнять его внесением хлористого кальция. Начинайте всегда с нижней границы нормы, и при проблемах со сгустком можно доходить до верхней границы 3-4 грамма сухого кальция на 10 литров молока. И вместе с повышением дозировки фермента, увеличение нормы внесения хлористого кальция – это первая скорая помощь при проблемах со сгустком. Следующий параметр – это содержание белка в молоке.
Именно казеин формирует матрицу сгустка, и чем выше его концентрация, тем прочнее сгусток. Но имеет значение не только общее количество белка в молоке, но и соотношение казеина и сывороточных белков. В норме это 80% и 20%. При изменении состава молока, например, в поздний период лактации или попадании части маститного молока, количество сывороточных белков повышается, а казеина уменьшается. Сгусток может образоваться, но при вымешивании, при недостатке казеина, зерно будет легко разрушаться. Следующий фактор – это количество фермента. Зависимость здесь прямая. Чем больше фермента, тем раньше наступает точка флокуляции и быстрее образуется сгусток. Но важно понять, что увеличение количества фермента в меньшей степени влияет на плотность сгустка. Мы можем получить точку флокуляции 15 минут и точку флокуляции 5 минут, и при этом плотность сгустка может не поменяться, потому что она в большей степени зависит от других параметров, таких как температура коагуляции, содержание кальция и белка, температура пастеризации и даже жирность молока. Что касается правильной дозировки фермента, ее нам всегда предлагает производитель, но это только рекомендации, поскольку на разном молоке дозировка не может совпадать, поэтому очень важно делать сычужную пробу. Полная инструкция есть на канале. Особо значимый фактор – это термообработка молока, то есть условия пастеризации. И уязвимых точек здесь очень много. При малейшем перегреве молока можно вовсе лишиться сырного зерна, которое будет рассыпаться при вымешивании. Поэтому для сыров сычужной коагуляции лучше делать пастеризацию в одном из двух более безопасных режимов – 63-65 градусов с выдержкой 30 минут и последующим резким охлаждением, либо 68 градусов плюс 10 минут выдержки и такое же резкое охлаждение. И как я говорила в видео о пастеризации молока, более высокотемпературный режим при 72 градусах достаточно сложно реализовать в домашних условиях, что может привести к потере выхода при денатурации части сывороточных белков. Для сыров кислотно-сычужной коагуляции и кисломолочных продуктов более высокие температуры пастеризации приемлемы и даже улучшают их свойства. Основная проблема в том, что при выходе за пределы температуры пастеризации происходит денатурация части сывороточных белков, а это ухудшает сычужную свертываемость и сокращает выход сыра. Сгусток получается слабым и легко разрушается. Важное значение имеет подготовка фермента сразу перед использованием, и жидкий сухой фермент растворяется в воде. На 10 литров молока достаточно 30 мл воды. Исключается минеральная вода и особенно хлорированная. При обычном содержании хлора в воде активность фермента уже в течение 3 минут теряется на 40-60%. Поэтому в любом случае очень важно растворять фермент не заранее, а сразу же перед внесением. Вносим молоко и обязательно промешиваем. На малом объеме в домашних условиях это 2-3 минуты, а на большом до 5 минут. Важно хорошо распределять фермент. Неправильно делать промесы только по кругу в одну сторону. Обязательно распределяем еще и сверху вниз встречными движениями. Плохо распределенный фермент приводит к разным по плотности участкам и неоднородности зерна, а значит и неоднородной обсушке, что может проявиться в пороках текстуры. Также важно обязательно остановить движение молока шумовкой. Нестабильность молока во время коагуляции может приводить к трещинам в сгустке и преждевременному сывороткоотделению. И рассмотрим дефекты коагуляции, с которыми сталкивался практически каждый. Проблема слабого сгустка при нормальной точке флокуляции может быть вызвана несколькими причинами. Первая из них – это ошибки пастеризации. Наиболее опасен перегрев молока. В этом случае денатурируются сывороточные белки и присоединяются к тем местам, где работает фермент, то есть капокозеину. По этой причине фермент не может нормально отработать, и даже при хорошем сгустке, но слабых связях между мицеллами и при малейшем давлении, то есть вымешивании зерна, оно начнет разрушаться. При этом зерно будет практически невозможно обсушить. Перегрев молока очень часто встречается, когда мы используем термометр с погрешностями. Также часть сывороточных белков может быть денатурирована при медленном охлаждении молока. Такие же проблемы со слабым сгустком и хрупкостью зерна характерны для молока первого и последнего периода лактации, а также попадания маститного молока. В этом случае проблема в том, что сывороточных белков намного больше, при норме 20% их количество может доходить до 40%, и они также мешают работе фермента. Причинами слабого сгустка может быть ошибочный расчет дозировки, низкая температура коагуляции, пониженное содержание кальция и белка, а также высокая жирность молока и замораживание коровьего молока. Это может быть подмораживание во время долгой доставки, либо замораживание поставщиком в целях продления свежести молока. Еще одна проблема – это расслоение и расщелины сгустка. Причина в плохом распределении фермента при недостаточном вымешивании или в том, что мы не остановили движение молока.
трещины в сгустке кислотно-сычужной коагуляции, на творог или белперкноле, связаны с добавлением фермента по норме, когда его количество не должно быть более 30%. Образование узелков и нитей в сгустке связано с внесением большого количества фермента и его плохом распределении. Образование рыхлого сгустка очень характерно для молока повышенной кислотности уже на грани перекисания, либо при слишком высокой температуре коагуляции и большом количестве фермента. Еще одна проблема – это слишком плотный сгусток, при котором зерно будет очень плохо отдавать влагу и останется недосушенным. Среди причин плотного сгустка – высокая температура коагуляции, повышенная кислотность, большое количество кальция, передозировка фермента и слишком позднее разрезание сгустка. Бывают случаи, когда сгусток вообще не появляется. Как можно спасти молоко? Если прошло достаточно много времени, от 40 минут до часа, и нет даже намека на сгусток, если вносили культуру, оставляйте молоко на сквашивание на творог, либо сыр кислотно-сычужной коагуляции. Это может быть альметы, белперкноли, либо фисташковые, рецепт которого есть на канале. Ниже под этим видео я оставляю список ферментов, которые сегодня доступны в интернет-магазинах. А мы увидимся в новых видео на канале Аппетиссимо.